Всем привет, с вами Red Power, и сегодня такой, типа, туториал, гайд, ну, не знаю, как это назвать. Короче, хотите разрешение экрана увеличить, ну, в несколько раз, произвольное, то есть, какое вам нужно, если ваш экран не поддерживает данное, или вы хотите больше, то я вам расскажу, как сделать больше рекомендуемого, то есть, стоит обычное, то есть этого не было. Вот 2560 на 1440, это уже около больше 2К. Так, для этого нам понадобится карточка NVIDIA и панель управления NVIDIA. В любом случае у всех есть карточка NVIDIA. Заходим в панель управления NVIDIA и заходим в изменение разрешения. То есть вот дисплей, изменение разрешения. Нажимаем. Так, все предоставленные, которые может поддерживать наш монитор, он сразу с дровами устанавливает. Мы заходим в настройку и видим, вот видите, все режимы не предлагаемые дисплеем. Мы их уберем, то есть видите, эти, ну, не поддерживаются нашим дисплеем. То есть вот это пользовательское, оно не поддерживается, но работает. Нажимаем создать пользовательское разрешение, и там какое можно выбрать, 320 на, так, 160 на 128. Это самое маленькое разрешение на моем телефоне было. Мы сейчас его проверяем. Да. И у меня мышка ни в какие пределы не уходит, и все маленькое. Вот так вот. Надеюсь, это записалось, вот это данное. 160 на 128. То есть смотрите, если у вас в играх лагает на 800 на 600, то можно взять и сделать самую маленькую. Что же? А панель управления NVIDIA свернулась. Вот такое маленькое окошко. Да. Это 128 на 160. Так, растянем его для удобства. Ну так, с вами был Red Power. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Ну, всем удачи, всем пока. И главное, чтобы у вас монитор не взорвался от этих действий. Шучу, этого не будет.